Крупная авария с участием сотни машин в американском штате Пенсильвания. 75 легковых автомобилей и несколько грузовиков столкнулись на шоссе возле города Бен-Сиэлем, что рядом с Филадельфией. По сообщению полиции, несколько человек получили ранения. А на другом участке той же дороги произошло столкновение 30 автомобилей. Причина ДТП в обоих случаях – гололед. Сейчас на месте работают пожарные бригады и службы скорой помощи. Устраняются последствия аварии. Движение на трассе временно закрыто.